Так, ребята, всем добрый вечер. Я, как всегда, не знаю, что готовить. И думаю, а приготовлю я макароны по-плоски. И все. Подожди, Кость. У меня вот такой говяжий фарш. Конечно, я говяжий, не люблю чисто говяжий. Люблю напополам. Но Саша купил говяжий фарш. И вот у меня такие, эти, как их? Щепинские. Бабочки. Сейчас отжарю лучок, туда фарш. Ну, ничего особенного. Отварю предварительно макарошки и все смешаю, и все. Вот и все. Так, что делаем дальше, Люда? Блин, как кашу? Люда все не выздоровеет никак. Мы уже и таблетки купили, и все сделали, и корень имбиря я ей купил. И лимоны купил, она все никак не выздоровеет. Выздоровеет. Что это слово, выздоровеет? Третий день только. Ну давай. Так, вот эти я уже закинула, варятся, все, закипело, рыбушки варится. Эти. Что? Крылышки. Или как они называются? Крылышки, а, бабочки. Бабочки. Ну, бабочки. Ну, опять птицы. Так, лучок у меня уже пожарился вот немножко. Я не могу нормально, мне надо голос, фанера мне нужна. Короче, кинула я сюда фарш, сейчас все обжарится, посолю, поперчу. Я не знаю, я видела где-то, что добавляют еще томат немножко, Может, я добавлю томат? А у тебя есть томат? Да, и сметану. Давай попробуем, а что, чисто ради эксперимента, давай. Там сметаны, кстати, вообще мало осталось, надо было сметаны купить. Ну вот как раз и сметана. Ну да. И вот она такой молочно-томатная будет. Ха-ха, вот такие таблетки я купил. Это, вернее, она сама себе купила. Лизобакт от горла. Нет, ну они на самом деле хорошие. Я первый день сосала хорошо, там 4. Чего ты улыбаешься, Жоша? Там, короче, 3-4 раза по 2 таблетки сосать. Я их сосала все, короче, 4 таблетки. О, 4 раза. У меня эффекта вообще никакого не было. Мне же надо так, раз, и все, облегчение. Ужасная боль просто была. Резкая ужасная боль. Вот, а на следующий день уже было облегчение. Нормально так. Что ты там снимаешь? А из-за тебя вода потекла. Так, оно у нас поджарилось уже. Короче, я сейчас такую приправку кину чуть-чуть. И так, чисто для вкуса. К мясу, да, называется приправа? Да, к мясу. Потом черный перчик. Я детям буду макарошки отдельно, потому что они такое не любят. Помочь может тебе? Да, насыпать в руку. Засунуть. Подожди. Так, тебя в ручку насыпал, да и все. Ладно. Так, вот так вот, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты трусишь, я тоже не вижу ни хера. Оно вообще не сыпется, Коть. О, пошло. О. Все, короче. Харе. Харе, малавай, говорю, рыбка. Ну, паприка копченая сюда не идет. Не надо. Я просто сверху пообмажу. Господи. Все, Люда смешала томат со сметаной. Надо резче делать, резче все доделать. Такое мы первый раз мудрим, да? Пробуем. Не знаю, напишите в комментариях. Ну, мы так придумали, Люда придумала. Томат со сметаной, добавить так, фарш. Все, это выбрасываем. Ну, не, смотрится ну, красиво. Да, вообще-то томат добавляется. Да? Да. И теперь надо все смешать, да? Читала, да. Угу. Немножко, потому что она, ну как бы, много не должно. Макароны по-флотски. Вообще-то рецепт флотский, да? Сейчас оно вода выкипит, вот так протушится, выкипит вода. Угу. Ну и потом макароны кинем туда. Это Люда придумала такой ужин нам. Да. Быстрый ужин. Без заморочек. Ужин без заморочек, как и назовем. Кажется, смешная. Так, все, вот такая консистенция. Ну, конечно, я чуть-чуть... Ну, прикольно, глянь, немного. Мне нравится. Оно типа как с пастой будет. Угу. Так ты сразу макароны сюда закидываешь? Да. А я думал, ты с этой сковородки будешь засыпать в кастрюлю. Нет, а
зачем, я не знал. Если сюда можно вот так? А мне, ну, знаешь, иногда в комментариях пишут, Саша какой-то на вид недалекий. Да, ребята, что ты делаешь? Мы все немножко недалекие. Саша какой-то недалекий. Каких-то вопрос. Смотри, какое будет, Саш. Даже хорошо, что вот эта вот юшечка была. Да. Подливочка это была. Смотри, ой, ребята, тут же надо виски выпить. Люда не будет говорить. Ну, я не буду, нет. Никаких, не, виски, не никаких виски, никакие риски не будем мы пить. Потому что хватит. Не все, надо, да. Не надо, зачем не это хочу. Надо? Я тоже не хочу. Тщательно перемешиваем. Вот Люда тщательно перемешала. Ну и надо тут паприка, вообще не надо, Люда. Да паприка. Не, паприка, ну зачем, Саш? Ну это в чистом виде. В картошку добавляется, да. По-деревенски картошка. Ну вообще, ну не сюда. Круто, сюда круто. Мне нравится даже на вид. Я это вот... какое-то блюдо, Мишлен. Мишлен. Саш, можно. Ну сейчас попробуешь. Я вот ага. Не пробую вообще сейчас. Мне нравится. Смотрите, как. Не соленое было, потому что у меня вечно, блин, проблема с солью. Ой, я люди недавно на днях овсянку сделал с утра. Посолила. Говорит, я посолила. Я говорю, а что же оно такое, что в рот нельзя взять? Она говорит, ну я решила вот так посолить. Вот так посолить. Потому что на соломки, соломки вот такие, чтобы до ложки не залазят. Конечно же, но оно же вообще соленое такое. Так, Саш, ладно. На студи, потому что у меня же это горлышко. Ага. Шо? Твою. Саш, ну... Извините. Скажи. Не соленый. Это божественно. Это божественный, да? Нектар. Отлично. Не, ну серьезно. Реально вкусно. Реально. Очень. Да. И по соли. А ну подожди. И поэтому очень вкусно. Я тебе честно говорю. Я не думал, что. А прикинь, что туда сыра потереть. Ну да. Ну, может быть, но мне кажется, что тут не надо сыр. Мне так кажется. А ну. А ну ты попробуй. Мне очень понравилось, реально. Шеф-повар от Бога. Ребят, я все приготовила, так что следующее видео будет с мукбангом. Переходите на другое. Покажи видео, еще на раз. Другое видео. Да, вот. Будем пробовать сейчас. Так что ждем вас за столом. Красиво.